Я самым категоричным образом приветствую всех телезрителей и радиослушателей. Всем привет, с вами Папандрака Шелфиш, ныне Кашпировский. К сожалению, неудачно вчера получилась запись и трансляция. Что-то произошло с микрофоном. Напомню, я получил вчера наушники, которые выиграл в конкурсе комментаторов. Вот такой вот в них оказался микрофон, что звук совершенно невоспринимаемый. Еще раз приношу свои глубочайшие извинения за качество звука во второй серии похождений несчастного мистика. Остановились мы вчера здесь, на этом месте, превратившись в сраного оленя. Ну вот как вообще, я не могу всерьез воспринимать такую игру, когда меня вот сначала, значит, на голову срут, потом превращают в оленя. Ну, я даже не знаю, что тут еще можно говорить. Ну да ладно. Апнул я 10 уровень вчера у всех на глазах. Значит, будем продолжать сегодня. Я так понимаю, естественно, знаю я это. Неоднократно прокачивал маленьких персонажей в лиге, но за Империю еще ни разу дальше первого уровня я не уходил. Суть заключается в чем? Где-то вот в районе 10, 11, 12 уровня меня должны уже отправить в первый, самый-самый первый групповой инстанс, где я должен учиться работать в группе. Пока еще никаких квестов на это дело я не встретил. Напомню, что прикидываюсь я абсолютным нубом, который нифига не понимает в игре. Познакомился я вчера с учителем, который оказался весьма интересным человеком. Посоветовал мне ставить третьи руны. Похвастался ими. Видимо, наверное, это очень круто считается в Империи. Ну, в общем, недалеко от истины. Какая-то паучья кровь, и чё? И что, мне надо что? Сколько крови? Мне надо 12 крови наковырять. Ну, вот опять, вот эти квесты, блин, однообразные. Меня задалбывают, честное слово. Тоже, вот опять, вот куда смотрит милиция? Вот скажите мне. Почему милиция не может убрать? Я понимаю, там шаманы, вся фигня. Ну, блин, где-то здесь же ходит милиция наверняка. Почему милиционеры не занимаются, не знаю, отражением угрозы, хотя бы эпидемиологической, какой-то еще? Кто пустил в город пауков? А, вот где можно пауков убить. Понял. Возвращаемся. Были мы здесь уже вчера. Пытался я понять, что за скелетиков там вообще я собирал. Нифига не понял вообще. Где я нахожусь, я не знаю, в каком-то Астралцево. Что это, деревня, что ли, я не знаю. Или район, видимо, да? Ну ладно. Это странные тарантулы. Махноногие. Почему не махнолапые? Откуда ноги у тарантулов? Вроде как лапы. Да. Ну ладно. А я тогда жук-олень, если ты махноногий таранты. Че? Не, мистик-олень. Все, надо переименовываться. Надо срочно закидывать миллионы рублей в игру и переименовываться. Мистик-олень. Так, ну давай. Ну уже сколько можно-то, хватит уже. Я наковырял вроде достаточное количество кровищи. Так, вообще-то мне надо бы сдать еще целую кучу квестов. Скорее апнуть уровень и добежать уже до, я так понимаю, ХС должна быть первым стартовым инстансом. ХС Хадаганская, астральная какая-то там энергетическая станция, что-то хрен ее знает, как это расшифровывается. Кто такие особ, Усоп и Ануб, или как их там, Усоп и Уноб, не знаю, не, я так вчера и не понял, не удалось мне, к сожалению, постичь мудрость, мудрость вот этих вот названий имперских. Ну, в общем, я так понимаю, это, пожалуй, традиция со странными названиями сохраняется. Еще из Советского Союза все-таки пытаются здесь какую-то атмосферу создать. Ну, в Советском Союзе был такой старый анекдот. Слава КПСС. Слушай, ну ты когда поедешь в Москву, ты узнай у них, кто там, кто такой вообще Слава КПСС. Так, ладно, бежим. Пока еще бежим. Вроде бы я научился кое-как ориентироваться в городе. Постепенно карту осваиваю. Но, блин, чуваки, ну город размером со Светолесье, по-моему, это перебор.
Зачем он такой здоровый? Вапи. О, фонтанчик. Фонтанчик, фонтанчик, это клево. Пакли лесных? Вот это не кабассаться. Вау! Да тут даже советские очереди существуют. А почему очередь не двигается? Сколько мне нужно простоять в очереди, чтобы она двинулась? Можно я вас всех рогами попадаю или как-то еще? Ну ладно, наверное, не получится. Вряд ли такая возможность предусмотрена в игре. Ага, отдают дальше. Дуби грязный носок. О, блин, какой ужас. Черный властелин? Убить черного властелина? Ребята, да вы че, вы обалдели? Бенган в свои 60 выглядит лучше, чем многие в 16. Я его убивать должен, я не хочу его убивать. Но надо, я так понимаю, по квесту, значит, придется. Прости меня, дядя Бен. Ты должен умереть. О, что это за хрень вообще? Что это за сундук? Я хочу туда попасть. Верните меня мне. Что это за сундук такой? Что там? А мне не дадут по шее за то, что я вот... Блин, тоже идиотизм. А нахрена тут нужна и ворота? Памятник демону? Памятник Ктулхе? Лёва? А это что за хрень? Это чей памятник? Цветы возлагают. А, судя по букве Ж на щите, это, наверное... Я даже не знаю, кто. Ну, в общем, очевидный герой империи, потому что на щите у него буква Ж. Все империи — это одно большое Ж, я уже понял, да? Потому что вот, меня с самых маленьких уровней... Щедрый дар. Вау. Что за щедрый дар? Я хочу получить щедрый дар. Одноручное копье. Блин, мне надо срочно найти вендора. У меня забита вся сумка. Ага, вот какой-то вендор тут присутствует. Моя проблемка? Напою частушек. Так, избавляемся от всякого трэша. О как. Чё это я не переоделся вчера? Странно. Ладно, будем переодеваться. Продаем всякий трэш. Квас, надо выпить квасу. Хочу квасу. Отключили у меня холодную воду, сволочи. Я в шоке, как такое могло произойти. Ладно бы там какая-то авария, но нифига подобного. Просто взяли и отключили. Так, а, да, надо переодеться. Оп, переоделись. Избавляемся от... Это уныло. От унылой этой фигни. Теперь у меня есть новая куртка. Или что там было. Я не понял, тут элементали ходят. А, блин, ну какой ужас. Куда смотрит милиция? По-моему, милиция вообще нифига не делают. Они ходят какие-то апатичные синемордые орки. Я даже не знаю, ну как. Блин, милиция в Советском Союзе разве не работала? По-моему, они работали лучше, чем когда-либо вообще, наверное, в мире. Наша милиция была самой шикарной вообще правоохранительной структурой на планете Земля. А здесь милиция ходит мимо элементалей вообще, видели, да, там всякое это. Надо, не проводит дезинфекцию, надо еще дезэлементализацию. Я как это еще сказать, надо проводить. Милиции пофиг на все абсолютно. А зачем я убиваю элементалей? Что это за квест такой? Хотели как лучше. Чё хотели как лучше? Ну хорошо, хотели как лучше, а зачем мне убивать элементалей? Я, конечно, понимаю, что я замещаю сейчас работу милиции здесь, но как-то все равно. Почему я-то? Почему нельзя милиции, я даже не знаю, ну премию выписать за эту работу? Ну хотя ладно, да, я работу искал, я работу нашел. Так, ножик какой-то выпал. Ножик не годится никуда. Кстати, да, вчера провел тоже больше часа здесь же в онлайне, и так меня и не позвали ни в какую гильдию, это странно. О, какой отличный доспех. Китель. Китель пожарного. Ё-моё, я, оказывается, пожар тушил. Все, буду знать.
Круто. Мне дали грамоту за отвагу при пожаре. Вау. Здорово. За номером о мужестве. Видно, за неимением грамоты более соответствующей ситуации. Какой ужас. Не могли грамоту придумать. Ну ладно, давайте я придумаю какую-то грамоту. Напишу разработчикам, что я придумал грамоту. Так, продолжаем выполнять квесты. Блин, меня уже назад зовут почему-то. Ну ладно. Так, я хочу поговорить со своим учителем. Ну ладно, я-то понимаю, как это делать. Где? Ниманазем? О, ужас. Я-то думал, элементали и пауки страшные станут бичом Низепграда. Не, нифига, смотрите, помойные гиены. Какой ужас, а? Вот в лиге есть саблезубые белки. Они эпичные, они клевые. А это что? Помойные гиены. Блин, пипец вообще. Какая грустная аллюзия на Советский Союз получается. И, ну, сколько мне их еще бить-то, я не понимаю. А, мясо гиены. Фу, блин. Какой идиот вообще будет жрать мясо помойной гиены? По-моему, даже корейцы не будут жрать помойных собак. Хотя, я не уверен. Я в Корее не был. Но я подозреваю, что чуваки хоть собак и едят. Но, наверное, у них есть какие-то элементарные этические правила. Блин, еще и не всегда, оказывается, выпадает квестовый предмет. Я бы вот расстроился в этом случае. Смотрите, а. Я убил уже штук 15 гиен, а 8 мяса так и не собрал. Вот что должен подумать новичок в игре? Что, его насилуют? Ну, наверное. Меня вообще, по-моему, постоянно насилуют через оленьи рога мои. Хотя, с другой стороны, это позволяет мне держать связь с астралом, да и персонаж доволен. Доволен до соплей. Так, значит, передвигаемся мы куда? Вы честны. А, вот, ну, наконец, слава богу. Тут я и думаю, почему гиены называются помойными. А честны? Так, где честны? Где бассейны ступенчатые? Или что там должно быть у честных? По-моему, а честны это всегда бассейны. А тут нет ни хрена, ничего себе честные. Да ё-моё, понятно, почему Низепград захлебывается в говне. А, вот где надо сдавать квест. Вонючка буйных, капец, вообще. Я бы убился нахрен, если бы у меня был такой ник. Фиолетово-глазая, синемордая, зеленоволосая. Карапузиха-орг. Капец, вообще, ну реально, я бы удавился. Суконная рубаха золотаря. Ладно, я буду золотарем, так и быть. Дело труба. Да, ребят, ваше дело реально труба. Я даже не знаю, как вы здесь живете. Кто вообще хочет играть за империю при таком раскладе? После этого еще вот удивляются, а что за импов так мало играют? Да вот почему. Вот вам ответы на все вопросы. А тут одни вонючие слизни. Цветолесье, пчелки, бабочки всякие разные. Там медведи, кабанчики. Поохотиться можно по-человечьи. А тут полный ахтунг. Какие-то мутировавшие, многоглазые, зеленые... С натыканными стрелами какие-то хреновины, которые почти человеческим голосом плачут. Ужас. Все, что нужно сделать, это просто... Ой. Просто перебить слизней? Ну, хорошо. Я просто перебью слизней. Правда, я не совсем понимаю, зачем это нужно. Я уже научился убивать, я хочу поучаствовать. Я не знаю, в каком-то замесе, где здесь батлграунды. Я хочу... Ой, я уровень апнул. Случайно. Как-то легко и непринужденно это прошло, по-моему. Я что-то даже не обратил внимания, что я тут приближаюсь к уровню.
Надо было бы, наверное, это как-то торжественно отпраздновать. Да, сейчас торжественно отпразднуем. Посреди помойки, среди трупов слизняков выпьем квасу. Все, я счастлив. Так. Так, продолжаем прокачивать удачу. Все еще мне не везет. Я по-прежнему олень. У меня есть 3 очка умений. Будем прокачивать все те же скиллы, какие у нас есть. А, да, вот эти же странные штуки. Поля развития, которые у нас есть. Надо что-то, наверное, куда-то вкладывать. Хорошо, пусть будет дальше. Увеличим еще разум немножко. Хотя я бы, конечно, с удовольствием улучшил удачу. Потому что удачи мне категорически не хватает. У меня нет удачи, поэтому я плачу. Глядя на страшных слизней. Блин, какие муторные квесты. Какие они все однообразные. Пипец. Архив, кровать, и я не знаю, что это. Да, это жесть вообще. Зачем здесь какие-то газеты? Что тут пишут вообще? Я хочу почитать газету. Что пишут в газетах сегодня? Не знаю. По-моему, это даже не газета. Это, наверное, реферат. Рефераты орков, почему я не хочу играть за империю, я понял. Оценил тонкую иронию. Так, ползем дальше. Что-то какую-то трубу, походу, надо расчистить или что-то такое сделать. Охренеть вообще. И как мне туда зайти? О, смотрите-ка, получается. О, получается! Нифига себе! Круто, а это что такое? А почему у меня трубы? Что тут? Красим. Лежачие трубы красим? Зачем? Пипец, я покрасил трубы. А что это за трубы такие? Они все разные формы. Как их можно с собой... Блин, пипец, почему у них у всех разное сечение? Как их можно между собой стыковать вообще? Зачем я красил хлам? Ну вот это что за труба? Это... Блин, я не знаю, по-моему, это символ той жопы, которую представляет империя. Да. Неспроста у них на гербах изображены буквы Ж. Ну, конечно, исправили этот просто смешной недочет, который был со времен ЗБТ. Вернули нормальные звезды. Но, блин, ребят, если вы вернули звезды, то, наверное, надо все-таки это... Смотрите, опять кривая труба. А, я понял, тут в каждой куче одинаковые трубы, поэтому их стыковать-то все-таки можно. Это фича такая. Разрез труб, видимо, не мнаназем, наверное, установил, что лучшая пропускная способность у трубопровода, когда трубы с разным сечением. Все, до меня дошло. Блин, да имперцы гении вообще. Не зря они гордятся своими учеными. И в Советском Союзе гордились своими учеными. И здесь, видимо, тоже. Хорошо, я согласен. Так, покрашены трубы. А, вот еще вижу вдалеке трубы. Забыл покрасить. Блин, я крашу их одним пальцем. Такое ощущение, что он поковырялся в жопе, мой персонаж, и начинает их красить тем, что намоталось на палец. Как это можно? Что, нельзя так было нарисовать, что ли? Я не знаю. Кисть какую-нибудь. Фу, бля. Одним пальцем ковыряю трубы. Эники, беники, ели вареники. Все, наколдовал. Ужас какой. Я хочу сесть на маунта. Я хочу уехать отсюда. Как мне уехать в лигу? Я хочу в лигу. Пожалуйста, выпустите меня отсюда. Наверное, у них есть хорошие шапки, которые будут отличаться от того, что есть сейчас на моей железной башке. Опять контрабандисты. Заберите меня отсюда, мужики. Отвезите меня домой. А, вот, тут где-то должен быть проход, я туда пойду. Там у меня где-то есть возможность сдать квест. Ой-ой-ой, на меня напали. На меня напали девочки в лосинах или что это вообще? Какие-то обтягивающие шорты. Что это? Вообще так ничего, да, вполне себе фапабельные фигурки, но, к сожалению, они слишком хреново прорисованы. Так, ползем на флажок сдавать квесты. Ёптеть. Что это за прикол? Каждый лишний поворот приводит к образованию пробок. Интересно, когда здесь большое количество игроков...
в Низибграде, они как, это, не создают заторы на таких извилистых улочках. Дороги должны быть прямыми, как стрела. Учитесь у самой известной в мире трассы в Неваде. 300 километров абсолютно прямой дороги. Это мечта любого автомобилиста. Я хочу туда съездить. Однажды я накоплю достаточное количество денег. Слетаю специально именно для этого в США. Возьму машину на прокат и проеду туда и обратно по прямой. Просто вот больше ничего я не хочу делать. Я просто хочу увидеть это своими глазами. Ну, разумеется, Невада. Зона 51. Там же, в пустыне. Ползем, ползем, ползем. Ну, а еще, кстати, в Неваде находится замечательный город Лас-Вегас. Так, что такое шифровальщик? Чего я шифровал? Блин, откуда такие названия они берут? Блин, зачем мне дают шмот, который хуже, чем тот, что на мне одет? Почему так? Это бандитские малявы. Егор Писакин, паспортист. О, выдай мне паспорт, чтобы я доставал его из своих широких штанин дубликатом бесценного груза. Поступок настоящего имперца. О, все, наконец-то, наконец-то. Меня паспортист Егор Писакин может посвятить. О, попрошайка. Попрошайка. Слушай, чувак, ну, я не знаю, как можно попрошайничать. Интересно, как ты, будучи попрошайкой, еще и такие усы себе выбриваешь? Можешь мне объяснить? Да я не знаю, сыграй мне на гитаре, что ли? Че ты сидишь и ждешь, что тебе подадут? Тебе просто так не дадут денег. С ним можно поговорить. Подать копеечку? О, вот еще путь на дно. Туда тебе и дорога, братан. Так, что-то мне нужно сделать. Старая помощь? А, старая площадь. Ха-ха. Так. Ага, вот куда мне надо идти. Паша немощен. Ну ладно, ты хоть немощен. Понятно, почему ты ничего не делаешь. Ты коришь? Понял. Встретиться с Рыском. Осведомители. Переговорить с тремя осведомителями комитета. Молотила и Хватов. Блин, капец, вообще кто? Кто придумывал такие имена? Неужели нельзя было вот от балды вообще изобрести просто случайные имена, похожие на человеческие? Так, а где эти осведомители? Как мне с ними поговорить? Ладно, давайте поговорим так. Давайте воспользуемся автобегом, потому что у меня уже не хватит нафиг вообще никаких сил и эмоций для того, чтобы просто доползти до точки своим ходом. Без маунта у меня может поехать крыша. Так, еще. Ага, вот он, я понял. Это он. Разузнать о соблазнительнице Гиберлинге. Вороньего мяса. Блин, ты вообще, ты кто такой? Как ты вообще смеешь кормить этих вот веселых тварей вороньим мясом, а? Блин, как мне их жалко, а? Хотя нет, по-моему, они счастливы, жопами трутся. О, я понял, это такой половой акт, походу, у гиберлингов. Так, мне еще надо с кем-то поговорить. А с кем мне еще нужно поговорить? Не знаю, в общем, ладно, фиг с ним. Пойду добывать воронье мясо. Ну, хоть что-то, ладно, ребята, ну, бывает. Надо же чем-то кормить бедняжек гиберлингов. Я не могу бросить их в беде. Их поймал страшный орк с прической Кейта Флинта. Я просто вынужден накормить гиберов. Слава богу, я собрал необходимое количество мяса. А вот и Илья с Хламин. Ужас какой. Вызвать подозрительного типа на бой. Попробовать договориться. Вот еще, я еще кому-то деньги буду платить. Ага, сейчас. Что это за рэкет? Блин, у меня даже мышка что-то начала глючить. Из-за этого. Так. Книга профессионального обучения. А, вот почему он ни хрена не делал, я понял. Ему нужна была книга профессионального обучения. Ну хорошо. Хорошо. Значит, уголовный кодекс до 97 года. Старый советский уголовный кодекс работает. За тунеядство могут посадить. Это хорошо.
Это я одобряю. Вот это положительный момент. Один из немногих положительных моментов в Империи. Так, орки 500. Что за хрень? Что это за надпись была? Орки 500. Это счет? Ни хрена подобного. Что-то я сделал. На тебе копеечку, хрен с тобой, козел. Ну, я принес тебе книгу, а почему ты ничего не делал? Сделай мне, я не знаю, постой на руках, сплеши что-нибудь, я не знаю, спой. Даже если голоса нет, ну ты должен отработать копеечку, какую я тебе дал, эх, хмырь. Блин, вообще ужас какой, а. Опять подать копеечку, охренели вообще, что это? Возложить венок. А, о, смотрите. Бля, конечно, очень эротичный венок. Цветок, я не знаю. Что это букет. Был бы девушкой, удавился бы нахрен. Если бы мне такое подарили. Так, что там? Посох Незеба. Что посох Незеба? Посох Незеба, короче. Так, 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 так. Как-то надо попасть сюда. А, вот, ага, я вижу. Здесь есть проходы, похоже. Мне куда-то туда. Вроде как. Но я могу ошибаться. Ползем, ползем, гребем. Интересно, что здесь есть вкусненького? Пока ничего. Гоблин-карманник? Ладно, фиг с вами, карманники. Ага, так, мне опять предлагают солнышко. Да, хорошо. Наверное, в этом есть какой-то некий смысл сакральный. Главная наука. Нет, главное мозг, который выпирает странными роговидными наростами из моей головы. Это мой неврот, ебический здоровенный мозг вытесняет рога просто из моей макушки. С наукой у меня все в порядке. Война в кредит. Хрен с вами, ладно, берем все подряд. Я взял все квесты, с кем мне нужно поговорить, что-то там, что-то надо сделать такое. Ага, мутировавшая крыса. Окей. Я на 11 уровне бегаю, убиваю мутировавших, ой, ворон, ха, мутировавших крыс. Да, реально мутировавшая крыса, у нее до хрена хвостов, все они торчат из спины, вообще, что это? Ой, блин, мне надо что-то делать, похоже, с ними. Что это? Измеряем уровень, чё? Мутации крыс? Да 100%, ё-моё, они на крыс не похожи. Что мне надо сделать еще? Ага, вот еще. А сколько мне надо? 6 крыс замерить. Блин, пипец, чуваки. А вам что, одной недостаточно? Видно же, что они изменились очень сильно. Пык. А, во, я понял. Я превращаю крыс обратно. Клево, конечно, но, по-моему, логичнее было бы их просто всех уничтожить. Там, я не знаю, с помощью милиции, которая меня должна беречь, но нифига не делает. Ладно. Спасение рук утопающих, дело рук самих утопающих. Бедняги имперцы. Их милиция их не бережет. Так, что? Так, еще измеряем. Ага, осталась одна крыса. О, смотрите-ка, обычная крыса. Она испугалась, она от меня убегает. Не бойся меня, я тебя не съем. Ты мутант. Так. Ага, а, но мне дальше надо пройти. Как мне пройти дальше? А, вот, как-то еще дальше, видимо. Блин, на меня на... Ой-ой-ой-ой-ой, на меня напали мутанты! Милиция! Милиция! Где милиция? Нет милиции, блин, опять спасать себя самому. О, какая-то штука, оп. А, это все та же хреновина, которая превращает крыс в нормальных. А толку? Так, куда-то я иду, по-моему, в верном направлении. Блин, ворота закрыты. И как? Не, ну ладно, крысы, ладно, пауки, я понимаю, да, у милиции много дел, но, чуваки, по-моему, это дело государственной важности, лазутчиков лиги здесь многие десятки. Чего они ничего не делают? Ёптить, а как мне, чё, как мне попасть, если ворота закрыты? Блин, пипец какой-то. Охренеть, у меня вся карта изгажена, непонятно, куда бежать, в какой последовательности выполнять квесты. А, во. Отправиться.
Блин, еще какой-то страшный звук я услышал. Ладно, ничего, я думаю, я переживу. Ага. Так, ползем мимо шпионов. Вообще, что это? А почему этот, что этот клубочек, который, за которым я ползу, он что, он не умеет, что ли, обходить препятствия? Он слепой? А, ну да, он слепой. У него нет глаз. Ну хорошо, ладно, так и быть. Реалистичность какая-то. Хомяки, там ваши друзья, там, блин, там поймали, вот там, вернитесь, это, заберите их, пожалуйста, освободите. Чего вы на меня нападаете? Я к вам пришел рассказать. Блин. Черт, проклятая лига. Во всех проявлениях уничтожают империю. Ну, конечно, правильно, но, блин, чуваки, я хочу пройти игру. Ой-ой-ой. Ой, меня выйти убить могут, у меня здоровье кончается, ой. Блин, я не знаю, что делать. А что делать, когда у меня кончается здоровье? Как его восстановить? Я не знаю, квас поможет мне? Блин, мне не помог квас. А как мне восстановить здоровье? О, клево. Мне же надавали всякую одежду. Надо бы ее одеть. Надеть. Блин, я не знаю, а как восстанавливать здоровье? Оно как-то восстанавливается совсем уныло. Мне что, час целый тут торчать? Бля, я так не хочу. А, ну вот же сердечко. Наверное, надо восстанавливать здоровье с помощью его. Что это за хрень вообще? Стирание памяти. Блин, я хочу забыть все, как страшный сон. Как мне стереть память? Себя выделить, наверное, надо. Вот. Блин, не стирается память. Черт. А, блин, у меня так и убьют ведь. Как я вообще? Что мне здесь делать? Черт, а ведь мне их надо убивать. Ой, я спрятался, я в домике. Я в гараже, я не знаю, что тут. Что за бронетехника? Нифига, нет, почему в гаражах хранят трубы и ящики? Ну, в общем, да, понятно. С другой стороны, это среднестатистический советский гараж. Хорошо, хоть не балконы. Так, ладно, перебьем сейчас. Все-таки перебьем вредителей лиги. Блин, если они меня не перебьют, ёшкин крот, ну это пипец. А что делать-то? И кобздец. В игре вы можете найти конверты, содержащие скидочные купоны. Что это за херня? Это каким-то образом товары из лавки редкостей гораздо... Ребят, у меня не работает лавка редкостей, и она все, я не хочу, не надо мне вот эту херню показывать, пожалуйста. Блять, и что мне делать? Че? А, я могу двигаться. Так, и что мне нужно здесь сделать-то вообще? Умершие гиберлинги. Темно, мрачно, страшно, мамочки. Мы домой хотим. Ну, блин, чуваки, я вас понимаю, да. Блять, это что за пиздецом с горящей головой? Бельзевул? Луга Тенны Сеса, понятно. А, воскрес, я понял, да. Надо просто валяться и все, и ждать воскрешения. Так, я воскрес. Ага, вот и квесты. Блять, что значит цель вне поля зрения? Я же рядом стою. Эй, а почему я никого не могу выделить в таргет? Чё за прикол? Эй, я хочу поговорить, я хочу сдать. Я хочу квесты сдать. Почему со мной никто не разговаривает? А, во. Ни хрена себе глюки. Так. Скрижали какие-то. Я что-то не понял, что тут еще такое. Шагреневые штаны ученого. Ага, мне тоже пригодится. 12 культистов в Земовском городище. Нифига не понимаю вообще, что тут происходит. Меня убили, я воскрес. И все? Кипец. Пипец какой-то. Что-то я видел что-то странное в чате. Свиток могущественного колдуна. Эмблема истребления. Ёлки, а чё, акция какая-то началась? Ой, ещё кто-то получил.
Блин, я не хочу, меня сейчас крысы опять убьют. Как мне здоровье-то устанавливать? Почему мне не объяснили? Я умер. Блин, где обучающий квест, который позволит мне... Блин, у меня есть подсветка цели. Что-то здесь происходит. А, что-то ходит под землей. До меня дошло. А как мне попасть под землю? Наверняка здесь где-то есть какой-то потайной лаз или что-то в этом роде. Бабах. А, вот и культисты, которых мне нужно перебить. Но их тут всего двое. А, вон лесенка, все, я вижу, я понял. Так. Ага. Да, смотрит милиция. Ни хрена тут прокопали. Ну, совсем без палева. Я почему-то за 3 секунды умудрился найти какой-то тайный лаз каких-то культистов. А где милиция-то? Что делает милиция вообще в Низибграде? Я что-то тут не пойму. Там лига шастает где-то прямо под стенами города. Что, нельзя просто так перестрелять? Я не знаю. Ну, вооружите луками. Даже если они хреновые бойцы, из луков рано или поздно они попадут. Это же нормальное явление для удержания обороны. Так, ну хорошо, я еще что-то тут выполняю. А что? Что именно? Ё, просто как их много. Что мне надо здесь выполнить-то? Ух ты! Приближенный Тепа. Почему их всех зовут Тепа? Пика еретика. Грустно. Мне дали тапки новые. Все, новые тапки я надел. Пока больше ничего нового мне не давали. Так, окей. Продолжаем уничтожать культистов. Это очень, очень эротично. Очень интересный и очень сложный квест. Блин, теперь я понимаю, что тут умирать-то опасно, блин, потому что хрен знает, что вообще потом делать. Я, конечно, могу постоять некоторое время, но, блин. О, чувак, подвези меня, где ты взял волка? Охренеть, ездовые волки. Блин, я вообще нарушаю все правила лабиринтов. Блин, еще один на меня напал. Было бы правильно всегда поворачивать налево или направо. Ну ладно, чё. Да, а что такое, а? Как их много-то. Все против меня. Блин, да меня ж убьют. Как мне лечиться, как восстанавливать свое здоровье? Почему мне не объяснили это? Я же ничего не понимаю, я ж могу умереть так. Сделать. Ага. Здесь был Теп. Собрать 5 скрижалей Тепа. Ага. Так, это где-то внутри. Понял. Пойдемте туда. Так, мы едем. А, здоровье восстановилось. Меня тут грызли. Мана тоже восстанавливается. Но мне не нравится скорость восстановления. Я хочу быстрее восстанавливаться. Иначе я усну тут прямо за компьютером нафиг. Так. А-а-а, вот оно что. Совсем не видно было на фоне эти хреновины, которые надо тыкать пальцем. Кручу, верчу, обмануть хочу. А, я понял, он номер набирает. Ой, ведь нападет же на меня, будет кусаться. Кыш-кыш. Так, и все, а что три, а где еще мне найти? Блин, видимо там. Ага, вот еще одна.
что-то еще. Понятно. Так, какой-то квест я выполнил. Вредители лиги. Мне все еще нужно перебить их. Я их, оказывается, до конца не добил. Возвращаемся. Перебивать вредителей лиги. Ой, а почему прервался бег? Ну ладно. Так, вот эти вредители меня тут вредного уничтожили в прошлый раз. Надо быть осторожнее с ними. Грозные ребята. Ну, гиберлинги всегда были серьезными чуваками, но за них почему-то никто не играет. Предводители, матерый вредитель. Прям сверхопытный вредитель, матерый. Закаленный в сотне вредительских миссий, я так понимаю. Шорты вредителей, нахрена мне три пары шорт? Ну ладно, оденем, вроде крутые. Я снял с трупа трусы и на себя надел. Блин, ужас какой. Это же не гигиенично. Ну, зато дешево и практично, да, я понял. Прикольно. Так. Что-то еще мне нужно сделать. Вороны на меня летают. Десятники лиги. Десятники лиги, офигеть. О, еще вредители. Так, а что, что у вас? Что с вас можно снять? А, еще одни такие же шорты. Гениально, нафиг мне такие же. Так, ну чё, я вот пришел, я сюда пришел, а как мне тут кого-то убивать? Мне же здесь надо кого-то убивать. А, это где-то дальше, видимо. Где-то совсем в уголку. Так, а тут нет никого, чё я тут делаю? А, вот оно что. Блин, мне мешают рога, походу, пролезть под трубой. Ну как пригнуться-то? Ну, блин. Я не могу, смотрите, как прикольно прыгает персонаж. Рога перевешивают, он, бедняга, скрючивается сразу весь. Эй! Эй, а как сюда пройти? Блин, я, видимо, не там пошел изначально. Мне надо куда-то в эту сторону идти. Ага, да, вот проходец. Что тут такое? Отлично, сдать итоговую проверку. Дело патриота. Чё? Какого призывника? Куда? Меня еще не призывали. Здесь что, есть срочная служба, что ли, в армии? Я не хочу. Блин, меня кусают. А, меня сейчас убьют. А, как отсюда убежать-то? А, я хочу убежать. А, ломимся как олени просто через лес. Валим от вредителей. Фу, я живой. Блин, как мне? Ну как? Как мне восстановить, я не знаю, здоровье? Где? Я еще квас выпить. Квас не помогает, по-моему. Что тут нужно съесть? Где зелья какие-то, я не знаю, восстанавливающие хитпоинты или что-то подобное? Почему этого нет? Я вроде бы прошел стартовое приключение, а мне не объяснили. А, ну здоровье восстанавливается все-таки достаточно быстро. Но меня напрягает все-таки по несколько минут ждать, пока оно действительно полностью установится. Ага, а вон там вот кто-то есть, и мне их надо, судя по всему, будет уничтожить. Хорошо. Ай-яй-яй-яй, они меня заметили. Все, блин, опять меня спалили, да что такое? Да елки-палки, я боюсь, они же меня убьют так. Как это выполняется-то вообще? Мне надо здоровье установить. Что мне можно сожрать? Дайте я что-нибудь сожру. О, надо вот эту фигню сожрать, я не знаю, что это. Это экстракт выносливости, пофиг, не знаю, что это.
А, блин, я его съел, а здоровье не установилось. Почему-то. Что мне нужно делать? Что мне надо сожрать такое? Ой, смотрите, сундук новобранца. Неужели наконец-то мне дадут какую-то... Так, хрень какая-то. У меня заработала лавка редкости. Ура, и наконец-то я могу купить какую-то шнягу. Все, что ли? Это все, что я могу купить? Хорошо. Окей, заюзаем эту штуку. Так, почему-то это не используется. Так, я понял. Блин, ну и как установить? Ну вот как установить ХП? Я вот сколько стою здесь, оно как-то все очень медленно прибавляется. Блин, ладно, придется изучать умения пока. Может быть, тут есть какой-то скилл, чтобы себя мистик устанавливать с целью ментальный контакт, требующий для применения некоторых способностей урон, наносимый мистиком по цели с ментальным контактом. А, ага, понял. Так. Ничего нет. В сумке ничего нет. Не знаю. Так, ну хорошо, ладно. Так и быть. Устанавливаем контакт. Так, контакт я установил. А, нифига себе! Да меня ж убьют! Ё-моё! Ё-моё, ё-моё! Где тут... Где мне какое-нибудь зелье сожрать? Ой, я кого-то убил. Нифига себе. О, смотрите, народ в чистилище прибывает. О! Блин, капец, сколько здесь трупов. Вот что это за хрень вообще? Что это такое? Что это? Что это? Что это? Я тоже так хочу. Как это сделать? Ой, она пропала. Этот странный шарик пропал. Где ты, шарик? Блин, я не хотел тебя тыкать пальцем, прости. Видимо, я убил шарик. Хотя странно, он вроде был мертв. Так, мне надо с кем-то поговорить, поторговать. Блин, что со мной никто не разговаривает? Что за ерунда? Что это за глюки такие вообще? Ой-ой-ой. Ага, так, понятно. Ага, у нее можно купить. Нифига себе, 11 золота. Где я столько найду? А зачем, кстати, нужны эти капли мира? Я что-то так и не понял. Ладно, фиг с ними. Блин, венки какие-то. Букет степных цветов. Черт возьми. Наведем порядок в сумке. Не знаю, зачем это все нужно. Блин, зачем все это нужно? Ну ладно. Блин, это мне обратно возвращаться туда. Да я туда с таким трудом прорвался. Ну хорошо, я пойду теперь другим путем. Я вроде бы запомнил путь. Вот как-то вот так надо здесь делать. По заборчику аккуратно. Да, вот туда. Блин, да что такое? Опять меня спалили. Не трогай меня, старший. Я тебе что-нибудь исполню. Песню какую-то, я не знаю. Ай! Их здесь много врагов-то кругом. Куда смотрит милиция вообще? Вы посмотрите. Ё-моё, сюда надо просто, я не знаю, армию спецназначения вызывать или что там. Что там есть у Низипграда вообще? Соколы Яскера, куда смотрят? Посмотрите, какая толпень просто вообще в городе шастает. Всем пофиг? Блин, пипец, я не хочу жить во фракции, где милиция настолько... плохо выполняет свои обязанности. Капеллан беглецов лиги. Ужас какой. Так, мне кого-то надо убить. Вот, семейка. Так, ладно, устанавливаем контакт еще раз. Ё-моё, да меня убьют все-таки, по-моему. Блин, как мне от него убежать вообще? Да, мне вроде бы помогают. Спасибо тебе, чувак. Я тебя не забуду, честно. Надо быстренько подбирать всю эту фигню, пока меня опять не убили. Меня сейчас убьют ведь.
Блин, я еле живой. Надо спасать чувака. Фу, чувак, спасибо тебе, ты мне очень помог. Я надеюсь, что я тебе тоже. А ты можешь меня похилить? Кто ты вообще? Кто ты такой? Агитатор? Ну ладно. Да, ёлки-палки. Опять меня спалили. Все, мне хана. Я понять не могу вообще, что тут делать. Так, а, ну с этими я разговаривал. Может, с Каникой поговорить? Хнык-хнык. А что, разве нельзя было нарисовать ее плачущей, там, я не знаю, что? Зачем это писать-то в диалоге? Тут персонажи не умеют плакать? Странно. Так, ладно. Я не понимаю, почему после смерти какой-то чудовищный лаг. Я хочу сдать квест, пишет цель вне поля зрения. Да вот же они рядом же. Надо же вот этому чуваку сдавать, правильно? Меня не глючит, нет? Ну, давай уже, прогружайся, ну, о. Блин, пипец какой-то. Вообще, что происходит, не понимаю. Не, чуваки, я не могу так играть вообще. Что-то меня начинает вымораживать империя все больше и больше. Ой, меня приглашают в группу. А зачем? Я не хочу, чувак. Я сейчас ухожу из игры. Поэтому я не буду с тобой участвовать в каких-то групповых приключениях. Блин, ужас какой. Да. Ну ладно. Я думаю, в следующей серии, дорогие телезрители, мы возьмем моему несчастному мистику оленю 12 уровень и начнем уже наконец выполнять хоть какие-то более интересные задания, нежели просто пойти и умереть. Я надеюсь, какие-то глюки исправят вот эти, из-за которых невозможно поговорить с чуваками сразу после смерти. Потому что это совершенно неправильно. Как так-то? Ну да ладно. Всем желаю продуктивного рабочего дня. Не пропадайте. Всем успехов, счастья, любви, здоровья, терпения. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, пока, до вечера. Сегодня будем летать.